Эй, бро, у тебя есть 5 секунд, чтобы поставить лайк и подписаться на мой канал, и тогда ты будешь учиться только на отлично. Хейо, друзья, всем огромнейший приветик, и я сегодня, ребята, вместе с моими подписчиками буду на свалке искать танки. Да, ребята, у нас сегодня продолжается рубрика автомеханики в Brick Rigs. Как вы уже, наверное, ребята, заметили, мы сегодня находимся не в Лего Сити, да, друзья, мы сегодня находимся в Бриксвилле. Прямо сейчас же мы, друзья, отправляемся на свалочку, там, ребята, будем искать танки. Ну чё, парни, готовы? Поехали, поехали. Все, ребята, мы начинаем. Полный, друзья, вперед. Так. Быстрее, быстрее, друзья, быстрее, быстрее, на свалку, на свалку, на свалку. Нифига себе, какие, блин, все, видите, быстрые. Нифига себе, нифига себе. Тут, друзья, резко налево, 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 нормально, нормально, нормально. Вон, ребята, видите секретный танк? Ого, какой он, ребят, большой. Это, друзья, КВ-44, летим, ребят, просто к нему летим. Быстро, 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 быстро. Смотрите, друзья, вижу Е-сотый. Еще вот, ребят, какой-то танк. Так, дотронуться нужно, да! Я, ребята, первый дотронулся, все. КВ-44, друзья, мой. Офигеть, вы, ребят, только посмотрите. Посмотрите, друзья, на его размеры. Капец, он, ребят, гигантский. Офигеть. Ну и давайте посмотрим, какие есть, ребят, танки у нас есть. Какие, друзья, видите, современные. Вот я вижу, ребят, сушка у нас. Это у нас, ребят, какой-то БТР. Вот, друзья, еще какой-то современный танк. Это вообще, друзья, когда пластина с двигателем. Вот еще, смотрите, друзья, какие-то танчики. МС-1, БТ-5. Это еще какой-то, друзья, БТР. Это, ребят, по-моему, ЗИС-30, если я не ошибаюсь. Е-100, друзья. Короче, да, ребят, много-много всевозможных крутых танков. И давайте прямо сейчас же я, ребят, вызываю вертолет. И мы, друзья, КВ-44 будем транспортировать ко мне в гараж. Ко мне, друзья, на базу, ко мне, друзья, в мастерскую, чтобы починить и, конечно же, прокачать. Так, все, друзья, наш вертолет-эвакуатор уже летит. Так. Да, друзья, вы помните то, что мы уже доставляли в гараж НЛО на вертолете. Вот, ребята, сегодня в первый раз в жизни мы будем доставлять, ребята, танк на вертолете. Не знаю, друзья, что из этого получится, но, в принципе, должно, ребят, что-то реально крутое получиться. Это, ребят, все-таки в первый раз у нас будет. Так. Идем, ребята, на снижение, на снижение, на снижение. Еще давайте на снижение. Так, все, ребята, идем на снижение. Давай. Все, друзья, готово. Давайте, быстрее, подцепляйте. Давайте. Как-нибудь. Давай, бро, быстрее. Там еще два крюка. Еще два. Давай. Ребят, держусь. Давай, быстрее, подцепляй. Вот, малорик. Еще там четвертый. Давай, найди его. Он спереди вроде находится. Спереди. Вот он. Так, ребят, ну что, давайте попробуем. Раз, два, три. Давай. Взлетаем, друзья, максимально просто мощность. Нифига себе, ребят, конечно, видите, он тяжелючий, КВ-44. Да. Смотрите, друзья, пошло дело. Пошло. Давай, вертушечка. Мы, друзья, видите, оторвали его все-таки от земли. Но, ребят, на большое расстояние я вряд ли, думаю, смогу его нормально протянуть. Ну, давайте, друзья, попробуем. Тут, в принципе, ребят, мой гараж довольно-таки близко. Давай. Еще совсем, друзья, немного. Выше. Просто, друзья, максимальное, ребят, ускорение. Максимальная, друзья, скорость. Максимальное, ребят, короче, усилие. Давай. Капец, как же это, ребята, сложно. Ё-моё. О, кстати, вы это видели? Вы это, друзья, видели? Мы его приподняли. Давай. Тихо. Воу, нифига себе, друзья. Нифига себе, пошло, друзья, дело. Пошло. Так. Теперь, друзья, нужно сделать разворотик. Вот. Так. Блин, ребят, это слишком сложно. Вы даже, друзья, и не представляете, как это сложно. Давайте мы сейчас, друзья, знаете что, дотянем наш КВ-44 до ближайшего гаража. Вот он, друзья, прям находится на свалке. Вот он, ребята. Мы прямо сейчас туда летим. Вот. И прям, ребята, там будем его ремонтировать и прокачивать. Потому что, друзья, до города я его вряд ли дотяну. Тем более, друзья, до аэропорта. Короче, да, друзья, получается, я только что доставил наш КВ-44 прямо в гараж. Давайте прямо сейчас же я его, друзья, буду ремонтировать. И мы, ребята, будем прокачивать. Короче, друзья, погнали! Fall into oblivion.
Так все, друзья, мы только что отремонтировали, прокачали наши танчики. Давайте, ребята, быстренько посмотрим. Вот, друзья, смотрите, что у нас нашел Арчи. Это, друзья, какой-то Т-55 вроде. Очень серьезно модернизированный. Следующий у нас, ребята, Карим. Это у него, друзья, Су-152, посмотрите. В принципе, да, друзья, очень даже мощненько у него получилось. Так, ребята, следующий у нас Илсей. Это, ребята, у нас Панцер 4. Ашка, я так, ребят, понимаю. Модификация Аш. Видите, у него, друзья, экраны по бортам. Так, ребята, следующий Рефрей. Я, правда, ребята, вообще не знаю, что это за танк. Какой-то, видимо, ребята, танк из будущего. В принципе, да, друзья, довольно-таки прикольненько. Вот, ребята, посмотрите, что у нас сделал Неон. Он, ребята, сделал мутанта вот такого вот прикольного. Три, ребята, в одном. Три танка в одном. В принципе, мощно. И, друзья, наконец-то я. Я, ребята, сделал вот такого вот лавового демона. Лавового, друзья, КВ-44. Я его, друзья, довольно-таки серьезно прокачал. И броню, и пушки. И, ребят, много-много всего в него поставил интересного. Ну и давайте мы теперь, друзья, устроим мега-эпичные битвы. Короче, друзья, погнали. Так, ну что, друзья, давайте мы теперь битву устроим на наших, ребят, танках. Огонь. Мы, друзья, переместились в Лего-Сити. Смотрите, уже, ребят, по мне стреляют. Так, пли. Стреляем, друзья, по противникам. Огонь. Давай. Видите, друзья, то, что противники довольно-таки, кстати, далеко находятся. О, а это кто? Друзья, это кто? Воу, попадание по мне. Нифига себе, друзья. Нифига себе. Так, наводимся. Пли! Да, есть, ребята, есть попадание. Полный, друзья, вперед. Полный, ребята, вперед. Стреляем, друзья. Вот, есть еще одно попадание. Еще, друзья, стреляем. Так. Давай, КВ-44. Ребят, наводимся нашими главными пушками. Воу. Вы понимаете, ребят, то, что танчик слишком мелкий. Слишком он, друзья, низкий. Я его даже не могу нормально, ребят, расстрелять. По башне не стреляй, не стреляй по башне. Нифига себе, ребят, вообще офигел. Так, друзья, на таран. Но! Все, ребята, капец. Понимаете, что мы, друзья, сделали? Так, кстати, друзья, смотрите, моя еще башня основная, как бы, да, друзья, работает. Так что, друзья, добиваем этот танк. Есть попадание. Еще, друзья, есть попадание. Все, по сути, он, друзья, уничтожен. Все, видите, ребята. Просто минус. Готов. Быстрее. Смотрите, ребят, поезд. Мы застряли. Ребята, вы понимаете, мы просто взяли и застряли. Давай, поехали. Ты что еще делаешь? Нет. Давай, еще совсем, ребят, немного. О, нифига себе. Вы это, ребята, видели? Капец. Все. Мы этот, ребят, танк, кстати, уничтожили. Капец, конечно. Вы, ребят, только посмотрите на мои повреждения. Офигеть. Так, а мы, кстати, ребят, можем ехать, да, вы понимаете? О, смотрите, друзья, вот противники, вот они. Огонь, друзья, есть попадание. Вот, друзья, вижу еще одного противничка, все. И вон, ребята, вдали еще один, стреляем. Наводимся, друзья, практически попал. Давай, да, есть, друзья, попадание. Куда, смотрите, ребят, подлетел? Еще, друзья, есть попадание, что происходит? О, все, танк, друзья, уничтожен. Капец, что там, ребята, происходит? Так, мы эти, ребят, танки все разорвали. Получается, да, друзья, смотрите. Минус, ребята, три танка. Вот, все. Короче, да, друзья, получается такой вот первый коротенький бой. Мало того, что я, друзья, пережил огромнейшее количество попаданий с танков, так я еще, ребят, пережил таран поезда. Так, окей, друзья, продолжаем. Я, ребят, остаюсь с этими же повреждениями. А, ребят, смотрите, я даже намного стал, ребята, лучше ездить, вы понимаете? Капец. Ребята, понимаете, то, что мне задние колеса полностью поотбивали, я даже, ребята, стал лучше ездить без них. Капец, конечно. Вот это, конечно, друзья, танчик, так танчик. Полный, друзья, вперед. Едем. Опа-на. Пли! Добиваем, ребята, этого противничка. Все, готов. Так, смотрите, там, ребята, сзади еще вражина. Едем, стреляем, друзья, по нему. Давай, быстрее. Ребята, капец. Так, направо, бери танк направо. Куда ж ты, блин, едешь? Ребят, видите, уже по мне стреляют. Воу, больно. Сейчас, давайте, ребят. О, развернемся. Развернулись, друзья. И просто полный вперед. Давай, КВ. Полный, ребята, вперед. Еще совсем, ребят, немножко. Вот. Ай, что, ребят, произошло? Смотрите. Офигеть. Что, блин, друзья, произошло? Пли. Так, короче, друзья, наводимся. Вот, смотрите, друзья, Е100 уничтожен. Это все, что ли, серьезно? Да, друзья, это все как бы. Это, ребят, все. Ай, по мне, друзья, смотрите, прям по пушке, блин, попали.
Я еще, друзья, могу как бы стрелять и ехать. О, смотрите, друзья, еще вижу один танк. К сожалению, мне, друзья, оптику отбили. Так, 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 так. Пытаюсь, друзья, попасть без оптики по нему. Стреляем, стреляем, стреляем. Давай, почти, почти, ребята. Пониже нужно. Есть, все. Уничтожен. Все, друзья, мы его разорвали. Готов. Так, вы, ребят, он видите противника вдали? Стреляем, друзья, по нему. Так, 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 так. А, ребят, смотрите, мне еще по пушке попали. Вот есть, смотрите, друзья, попадание. Вот еще, смотрите, друзья, попадание. Сейчас будет еще, друзья, попадание. Давай, 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 ниже, 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 ниже. Есть. Все. Все, друзья, танк противника уничтожен, да. Короче, да, друзья, получается, мы забили всех снова противников. Короче, да, друзья, такой вот прикольный КВ-44 я нашел на свалке. Видите, ребят, просто неубиваемый танк. Его, друзья, невозможно практически уничтожить. Короче, да, друзья, вот такая сегодня у нас прикольная серия получилась. Конечно же, да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, друзья, на мой канал. Жмите на колокольчик, и мы, ребята, встретимся с вами в новых роликах. Всем, друзья, пока-пока-пока.